Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео посвящено трем рекламным платформам. Это MyADS Factory, Profit Industry и AD Turbina. Значит, проекты не платят. У меня вывод висит с 26 числа. Мне пришло письмо, было 20 декабря, 13 дней назад. Переводим сообщение. Это письмо так, от MyADS Factory и от Profit Industry одно и то же. Два письма. Значит, что они тут пишут? Что у них тут праздники, и мы гарантируем вам, все дорогие партнеры, которые мы будем так обрабатывать все платежи от 27 декабря. Наши сотрудники являются люди, а не роботы. Все должны понимать, что 4 новые сотрудники начнут работать на нас в понедельник. И что они тут пишут? У нас есть еще большие планы на, типа, на 20-й год. Я ему тут письмо писала. Ответа мне никакого нет. У меня здесь висит вывод $11. Я поставила на вывод 26 декабря. Это, по-моему, был выходной. Вот. Ну, раз они там 20... Ну, чтобы уже 27-го мне пришел вывод. Вывода нет никакого. Здесь у меня в Profit Industry также $11 ровно. Также я ставила. И в Турбине у меня поменьше сумма. Уже не помню, сколько я ставила на вывод. Вот. Доллара 8, по-моему. Но меньше 10. Также вывод висит. Вот. Но этого я админа не знаю. AD Turbina, от Profit Industry, MyADS Factory. Это администрация от Stream Reward. StreamReward работает, все замечательно, проект. Я пошла в StreamReward, авторизовалась, пошла в поддержку. У них же там белая бумага, это все как бы два проекта от них идут. И написала также письмо в поддержку, что за дела. Ну, в очень резкой форме я туда написала, хочу сказать вам. И также мне ответа нет. Возможно, вот у них тут праздники. 25 декабря у них Рождество. Ну, если, значит, 25-26 у них выходной. 27-го, раз они написали письмо, это уже у них рабочий день. Ну, а тут Новый год. В общем, не знаю, друзья, скам или не скам. Но надежды нет уже. Сегодня 2 января. То, что они заплатят. Ну, если они заплатят, будут работать... Будет другой разговор, будет другое видео, и как бы будем как бы тогда работать. Ну а пока вывода нет, я так предполагаю, что уже и ждать нечего, так как я здесь меня так, что рекламная панель. Я же рекламлю проекты, да, свои. Сейчас загрузится. И вот у меня эти все активные. А вот это вот у меня на модерации уже стоит уже несколько дней. Ничего не как бы не обрабатывается. Как бы видите, никто ничего не запускает. И у меня здесь сколько пакетов работает? У меня в работе 13 пакетов. А здесь у меня в Profit Industry 1. А здесь у меня пакетов сейчас. Покажу сколько. Сейчас загрузится. Здесь тоже у меня прилично пакетов. Всего у меня 48. 10 пакетов у меня отработано. И активных AD пакетов у меня 38. Ну, по доллару считайте, $38 в работе. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.